Под звуки военного оркестра торжественно внесли флаг Российской Федерации и боевое знамя части. Полк, сформированный в январе 1924 года, воевал в горячих точках и внес большой вклад в боевую летопись войск ОГПУ НКВД СССР и в служебно-боевую летопись внутренних войск МВД. Много военнослужащих навечно зачислено в списке части, нескольким присвоено звание Героя России. Офицеров и гостей мероприятия поздравили глава района Игорь Чигаев и глава города Александр Курганов. Они отметили не только славную историю войсковой части, но и ее ведущую роль в формировании будущего Лабинска. Также руководители выразили наилучшие пожелания и торжественно преподнесли подарки. Я лишь хочу поблагодарить всего нашего 100-тысячного населения, вас, за вашу службу, за порядок, который вы обеспечиваете на территории нашей страны, Кубани и в нашем муниципальном образовании. Наша молодежь равняется на офицеров, на солдатов, на ваш образ жизни, на поведение, на уважение к старшим. И отдельно хотел бы всех вас поблагодарить за воспитание нашей молодежи, за то, что вы вкладываете свои традиции, силы, нравственность и порядочность. Я уверен, с вашей помощью, общими усилиями у нас будет достойное поколение, которое также пополнит ряды Национальной гвардии, Министерства обороны и всех силовых наших ведомств. После митинга, который прошел на территории части, командование и гости почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Юлия Сухомлинова, Игорь Исаков, телекомпания «Лаба».